гадалки. Поговорим позже о том, что было, о том, что будет. А сейчас же все внимание на стадион. Меняются команды местами. Победа Белас. В воротах номер 91 Дмитрий Дударь перед нашим матчем получил подарки и титул лучшего игрока Иля месяца в составе жодинского клуба. Этот прострел штрафную, не находит адресата. Мяч остается у Гроницев, и это пенальти. Друзья, это пенальти уже на 6-й минуте нашего матча. Есть шансы в том, что голевая феерия этого тура продолжится в нашем матче. Давайте посмотрим, кто же будет исполнять этот удар. Да, нарушал правило 70-й номер Вадим Побудей. Хороший заброс. Встречается с мячом 33-й номер Торпедо Белас. Удар по воротам и спасает защитник Немана. Разыгрывает Пасевич. Получает обратную передачу. Направляется в штрафную. Заброс еще один во вратарскую. Удар и тащит снова Дмитрий Дударь. Давайте посмотрим повтор. Зубович пробивал. Ну и Дмитрий Дударь подтверждает свое звание лучшего игрока июля. Почему бы и в августе не повторить свое достижение с такими сейвами. Зубович первый на мяче. Отличный прием от Егора. Можно пробивать, удар и тащить снова Дмитрий Дударь. Какой хороший выстрел получился у 17-го номера гродненской команды. Ну и по традиции это будет, чтобы сравнять счет в этом матче у хозяев сегодняшнего поля. Навес во вратарскую. И это великолепный гол от жодинской команды. 70-й номер Вадим Побудей ударом в створ ворот сравнивает счет в нашем матче. Отличный удар. И это явная ошибка Артура Малиевского. Все интереснее развиваются события в нашем матче. Давайте же дождемся повтора. Это великолепный удар, который явно сбил с толку голкипера гродненской команды. Торпедовцы без труда справились с этой задачей. А здесь отличная передача на 18-го номера жодинской команды. Юрдинок ошибается. И это второй гол от жодинской команды в самом старте второго тайма. Втором явно могли голкиперы сыграть поувереннее. Смотрим повтор. Сучков и Рудинок стали негативными авторами в этом эпизоде. Сучков проиграл борьбу Никите Пацко. Ну а, собственно, Рудинок не сумел выручить свою команду. И счет на табло уже 2-1 в пользу жодинской команды. Антон Сучков всего лишь 2002 года рождения. Здесь отличный выпад. И пенальти ставить на последних минутах Игорь Шумилов. Это фол на Максиме Яблонском. И желтая карточка для защитника жодинского Торпедо. Негодует капитан команды Виталий Устинов. Пенальти, бывшие одноклубники. Дударь против Зубовича. Разбег. Удар и снова гол. 2-2. Это ничья. Это Егор Зубович снова сравнивает счет в этом матче. Уже в добавленное время нашего матча. На 46-й минуте, в самом начале второго тайма, жодинцы вышли вперед. Ну и 90 плюс 3. Зубов.